Ой, ой, ё, чё за хуйня? Эй, есть кто-нибудь? Эй! Ты откроешь дверь? Полиция! В ближайшее время. Эй, там! Ты можешь? Нет? Ты откроешь дверь? Тут срочное дело. Просто открой дверь! А это было слишком агрессивно. Привет, друг! Открой, пожалуйста, дверь! Друг, ты какой-то. О, мой бог! Ты выглядишь уже... Хорошо. Ну-ка, хорошо выглядишь. Вернись, Слава, я скажу, что я сказал. Не отвечай. Я уверен, что ты в норме. У тебя куча времени, чтобы восстановиться. Не спеши. Пожалуйста, приготовьтесь к экстренной эвакуации. Спокойно, спокойно. Он сказал, приготовьтесь. Просто приготовьтесь. Все в порядке, хорошо? Не двигайся. Я вытащу нас отсюда. О, может, ты захочешь держаться? Очень завидую твою... Ну и что ты делаешь? Ты в порядке? Да. Ты меня слышишь? Эй! Ты глухой, что ли? Я знаю, что здесь. Большинство испытуемых через несколько месяцев консервации демонстрируют признаки помрачения рассудка. Ты находишься тут гораздо дольше. И нельзя исключать, что у тебя может быть незначительное, серьезное повреждение мозга. Не стоит тревожиться. Хотя, если возникнет чувство тревоги, не нужно с ним бороться. Это нормальная реакция на сообщение, что у тебя поврежден. Ты понимаешь, что я говорю? Понимаешь смысл? Ответь. Просто скажи да. Эй, Гугл, да. Знаешь что, уже достаточно близко. Я просто сказала пароль. Все средства обеспечения безопасности реактора отключены. Чё? Пожалуйста, приготовьтесь к взрыву реактора. Мой я... Ладно, не хотел говорить тебе, но придется. У нас тут серьезные неприятности. Как ты там? Держишься? Да, конечно, все из-за тебя. Резервное питание кончилось, и, конечно же, центр консервации больше не будет этих чертовых штуковин. Все, я хочу... Подожди, это немного сложно. Я чувствую. И, конечно же, мне никто да, ничего не сказал. Залезть. Ну зачем информировать меня о жизненно важных функциях 10 000 чертовых испытуемых, за которых я отвечаю? О, уже близко. Тебе видно? Я пролезу. Конечно. Места хватит? А, ведь надо как-то пройти. Да ладно. Так, надо сосредоточиться. И чья это будет вина, когда руководство спустится сюда и найдет 10 000 чертовых овощей? А! Видишь, я ударился! Ты, мусорный бак вынесу. Так, слушай, нам надо договориться, понимаешь, чтобы ответы были одинаковые. Если кто-нибудь спросит... Не-не-не, никто не спросит, ты не волнуйся. Но если кто-нибудь спросит, скажи, что последний раз, когда ты проверяла, все были более-менее... Так, сосредоточься, блядь. Не мертв... катастроф. Там висит картина. Пожалуйста, встаньте перед ней. Какая картина, блин? Испытания в критической ситуации начнутся после открытия портала. Что? Открытие портала. 3, 2, 1. Какая еще на картина? Я девушка? Я могу шевелиться. Я выгляжу на Алекса, который из Гаррис Мода. Ой, блин, Гаррис Мода. Там Half-Life, конечно же. Правила? Нахуй правила. Все, иди нахуй. Иди ты. Иди. Иди да ты. Не сложно же просто. Все. Нет, не может. Лео никогда не сдается. Так, ну-ка. Давай. С тобой все будет в порядке. В туалете хорошее место, чтобы выжить. Там будет потом еда там. Да ты не бойся. Ну с тобой. Кнопками, ну и чё, взял кубик. Вероятность, что это повторится, ничтожно. Хоть меня хотели, что ли? Я уже заметил, вы меня пануть хотели. Обратите внимание на поле раскаленных частиц на выходе. Поле антиэкспроприации при контакте испепеляет... Плохие люди. Радиус, тогда мне надо было... Если вы чувствуете, что по вашей шее течет жидкость, немедленно лягте на спину, расслабьтесь и помассируйте виски.
Это редкая реакция на поле антиэкспроприации, когда разрываются проходы в ушных раковинах в вашей голове. 1 до 19? Ой-ой. Вы что, серьезно следите за мной? Чего? Какая кнопка? Так у меня будет портальная пушка или нет? Аж портал 2, блин. Вот, кубик. Ну, можно же. Чего? Почему так обязательно? Пришел мусорный бак, я разбил. Отлично. В связи с техническими проблемами в настоящий момент мы не можем контролировать условия проведения испытания. Прежде чем вернуться в камеру консервации по завершении испытаний, пожалуйста, потратьте немного времени, чтобы записать результаты экспериментов. Сотрудник лаборатории разбудит вас для интервью, когда общество возродится. Да, не знаю. Теперь давай загружаю побыстрее. Если в настоящее время Земля находится под властью царя зверей, разумного облака или иного руководящего органа, который отказывается или не способен прислушаться к голосу рассудка... Путин! А как же Путин? Он король теперь. Я в России, что ли? И чё? Да, я знаю. Эй, у тебя получилось! Я, блин... На той подставке должно быть портальное устройство. Я, блин... Но я его не вижу. Я буду действовать из предположения, что ты жива, и буду ждать тебя впереди. Подожду один час, а потом вернусь, и если найду твое мертвое тело, у тебя. Правильно? Отлично. Мы команда! Увидимся через час. Надеюсь, ты мертва. И чё? Дай мне кресло. Анализы. А вот это? Нет? Компьютер можно же? А вообще не мощно, уже гость такой большой, а тут компьютер. Кресло вообще.